дело. Ща. Где ты здесь была? Что мы ищем? Объясни толком. Здесь нет никого. Что мы ищем? Барсучью нору. Ты дурачок. Все барсуки в лесу. Все барсуки внизу. Ты приводишь его сюда, и прямо вот мне кажется, здесь как-то надо попробовать. Все барсуки внизу. Нет, все барсуки в лесу. Почему внизу? Внизу. Мы написали такую вот сцену. Для нас она вообще нормальная, обычная. Обычная рядовая сцена. Барсучья нора, ну что такого? Мне очень хочется, вот, чтобы вы вместе пошли вниз. Типа вниз? Вот как-то, да. А, окей. Тут мы садимся, нужно, чтобы мои ноги как-то оказались вот такой. Вот так. Вот. Да. Мне кажется, сейчас просто становится еще проще. И она, и эти сцены просто получаются более достовернее, что ли, в смысле художественные. Не в смысле бытовухи, что мы там настолько привыкли друг к другу, что можем хоть час тут вам показать. Такого еще не было. Так. У нас поэтому, да, здесь вот у нас. Очень много каких-то из-за этого расслабленного состояния. И как бы доверие друг другу, какие-то появляются вдруг идеи. Хотя, казалось бы, да, какие там могут быть идеи в откровенных сценах. А там очень много чего вдруг появляется. Например, сцена Яны и Илья, у них происходит секс в угаре. И как нам подчеркнуть эту животную страсть и вообще желание это сделать, а что бы то ни стало, неважно то, что это происходит на полу в подъезде. Денис сказал, давай я порву трусы. Мы такие, да, тащите дубль трусов. Чуть порнхаба. Там еще был момент, что камера отъезжала, и мы видели, что еще трусы эти валяются на полу. Спектакль окончен. Знаешь, зритель такой смотрит, вот тут придумка трусы порвать. Что тут думали, а? Вот этого ребят, конечно, рассказал так, что три сезона думали, да. А где чаша? Нам нужен ритуал. Сценарий у нас была придумана вот авторами этой истории про барсучью нору. То есть это некое такое таинство, которое персонаж-монгол вводит каких-то избранных людей, которые вот туда приходят, чтобы немножко погулять по параллельным мирам. Наш второй режиссер Дашка Олейникова сказала, о, есть такой Эдик, который очень известный в светских кругах человек, который организовывал всегда много вечеринок в ночных клубах, там, в Дягилеве, еще где-то и так далее. И почему-то Дашка, прочитав сценарий, она сказала, что это должен быть Эдик, давай я тебя с ним познакомлю. Мне кажется, просто замечательный персонаж, который там должен быть персонаж, и он это делал просто ничего не делая, то есть там и фактура за себя играет, его глаза, его вот это вот немножко свысока такое индифферентное отношение вообще к людям вокруг, потому что он знает про этот мир нечто, чего другим не дано. И потихонечку вот родилась эта история с этим, с этой процедурой. Что ты? В следующей сцене будешь хорошо играть? В следующем сезоне точно. Текст выучишь наизусть? Да, и пошел. И мы вместе, я с тобой. Бывшие. Новый сезон. Только на старт.